электровелосипед взял. Блин, такой нехилый. Киловатт в нем. Не знаю сколько, но нормально. Ногами крутить тяжело. Блин, электричество, сила. Нехилый он. Он ему где-то в 100, 120, наверное, обошелся, или 130. Блять. Тут в правой руке-то передний тормоз. Передний-то тормозить опасно. Колеса такие широкие. Крылья только он переделал, опустил, они стояли, высоко стояли. Вот этот задний, передний, по-моему, такой же был. Сколько киловатт, надо спросить. А тут даже есть QR-код. Батарея заряжена. Прикольная тема. Тихо. Тихо. Ну да, там скорости переставляются. Сзади звездочка. Здесь киловаттный, да, мотор стоит? Угу. Так, а слушай, ты когда едешь, он заряжается? Не, и... Нету зарядки обратной, да? Нет, ты видел ход легкий? Да, да, да. Вот поэтому он и не заряжается. Посередине нажми кнопку и... Вот эту? И замри, да, он выключится. А это что, скорость? Киловатты менять? Это сигнал и... Не-не, вверх-вниз. Да, да, это ассистент, помощнее, послабже. А что ты снимал-то? Да как так... ехал на нем, да. А? Да, ну так-то прикольно, только... Ну считай... Газуля правая! А тормозить-то как? Телефон-то в левой руке. А, да. Перед ком-то опасно. Я так примерно как раньше на дырке, помнишь? Ну да. Все нахуй. Да сколько он стал тебе? Сотку же с чем-то? Да, да. Так это до войны. Да. Ну. А сейчас они 138, 140. Можно какой-то, говорят, особенно на сотку выдать. Но он будет это, 700. 600 ватт? Вадим, 700 ватт это вообще ни о чем, понимаешь? Ну, киловатты ты видишь, да, как едет? Ну, и... короче, надо нормально, полтора киловатта вообще будет супер, да? Да. У него мотор там, в заднем колесе, да? Да, 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 он там внутри. А провода то как идут тогда? А, не знаю, как топорами, блядь. А АКУ вот здесь стоит, как блок от сигарет, я бы вытаскивал вот туда. Прям а четко такой засовывается. Отсюда, да? С торца? Да, а там это, а в той части это мозги стоят, которые там. Здесь? Вот здесь, да. Да, 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 внутри там, да. Видишь, он еще, Вадим, знаешь, цена такая, из-за того, что рама эта легкая, понял? Ну, цвет метр. Была бы рама железная, мне кажется, он будет, блядь, будет дешевле. А как что ток-то идет? А? Как же ток идет в заднюю эту херню? А где-то там, то ли по вилке проводок, то ли где-то в вилке, я смотрел. Не, ну а может он телепортируется как-то? Нет, провода от мотора идут, и как-то они туда заходят, блядь.
Можешь не париться, 100%. Ну, провода к педалям идут как-то. Я где-то еще что-то. Вот он. Что за датчик вот этот на педалях-то? Это? Это этот, скажи мне. Когда перестаешь крутить, газ сам сбрасывается. Тут же ты можешь без газа ехать, он просто сам будет тебе помогать. Понял? Не обязательно газульку нажимать. А-а-а. Понял, да? Типа видишь, что ты крутишь колеса и помогает тебе, да? Да, 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 да. Вот 1, 2, 3, это как раз для того, чтобы как тебе помогать сильно, чуть-чуть. Или можешь вообще выключить, ехать без помощи? А тот, который, как ты говоришь, заряжает, у него очень тяжелый накат. Очень тяжелый накат. То есть он вообще там... Короче, нифига это не троллейбус, да? Слушай, ну прикольно, как в каком плане? Ну ты можешь вообще поставить 3 киловатт и педали перестать крутить вообще. Ну смысл тогда, да? Ну тогда это не велосипед, а самокат какой-то. Тогда самокат, да. Не-не, нормально, нормально. Знаешь, мне что прикалывает больше всего? Что ты просто вот видишь горку, заезжаешь спокойно и все. Видишь, не вспотел, не охуел, правильно? Вот это мне нравится. Не то, что он там это, а то, что ты... А у нас одни горки. С горы так ты едешь, правильно? Ну да. С горы накатом. С горы накатом. Олег,